Всем привет! Это опять Monarch Cinema. Мне тут за $200 досталась Нева. И вот, блин, теперь не знаю, что с ней делать, короче. Сейчас я вам покажу, что можно купить за $200. Ну, вот так вот она выглядит сзади. Задний мост подтекает чутка. Заднего бампера нету, задних фонарей нету. Крышка багажника практически отсутствует. Вот. Эта петля вылетает. Арки вырезаны. Видимо, другие колеса здесь стояли. Но сейчас стоят обыкновенные штатные. Причем им, походу, жопа была еще лет 10 назад. Вообще много тут чего, в принципе, что мне не понадобится. Ну, тут пол пытались варить. Пороги что-то пытались варить. Он непонятного размера они. Вообще, думаю, из нее тракторочек замутить. Хочу выкинуть. А, кстати, на ней стояли нормальные зеркала, которые вот переехали вот на эту Ниву. То есть теперь на этой Ниве шикарные зеркала. Так, ну, предыдущий владелец, парнишка молоденький, вот, он говорит, там двигатель запорот. Я говорю, так и что было-то? Масло. А, вон крыша еще мятая. Масло типа с водой. Я говорю, прокладку что ли пробило, из-за чего туда-сюда. Вот. Ну, в общем, толком не знает. Потом мне сказал, что без масла поработало. Угу, хорошо, без масла поработало. А, я тут еще обратил внимание, он, кстати, утаил. Задние тормоза-то отсутствуют вообще. Ни барабанов, ни колодок, ни рабочих цилиндров. Ни черта нету. Ни с одной, ни с другой стороны. Соответственно, их придется докупать. Вот. Так. А, дети меня попросили им кузов оставить, чтобы они игрались. Ну, наверное, так и сделаю. Так, что мы теперь сделали тут? Сняли голову. Посмотрели. В принципе, задиров особых нету на цилиндрах. Соответственно, проблема, наверное, с коленвалом. Вот. Но двигатель мы по-любому будем снимать. Вот. Короче, пока не знаю, что с ней делать, как с ней делать. Если у кого-то есть какие-то идеи, цинкуйте. Но я думаю, что я из нее буду делать трактор. Много, конечно, видео есть про то, как из Нивы делают трактор. Но я сделаю по-своему. Вот. Что я обратил внимание? Когда я снимал запчасти, то увидел, что вот здесь вот оторвано. Ну и, соответственно, рокера заюзанные. Где-то там распредвал.
тоже такой был. Ладно, будем разбирать и по ходу пьесы будем смотреть, что к чему. Короче, пока голова вроде еще живая. Надо еще померить, повело ее, не повело. Вот. Так, пока выключаюсь. Так, ну, задонкратил я ее, поставил на пенечке, открутил передние колеса. И что мы видим? Сразу мы видим, что тут тормоза вообще не работали. Тут вот пружина выдавила посадочное место. Угу. Кирочка прибежала, да? Кирочка прибежала. Все, 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 все. Не мешай, не мешай. Вот. В принципе, верхний и нижний рычаг, они еще более-менее. Да Кира! О, так, что мы здесь видим? Ага, болты выломали из стабилизатора поперечной устойчивости. Тут, короче, нету. Подшипник вроде живой. Вряд ли тут что-либо открутится, но попытаемся что-нибудь сделать. Ну, видно, да, что в принципе здесь от кузова-то ничего не осталось. Нет, не было и не будет. Так, ладно, с другой стороны, что мы тут видим? А, ну здесь аналогичная ситуация, правда. Один поршень всего лишь давит, остальные не работают. Ну и все в том же духе. Вот они тут швеллер вваривали. Профильную трубу толстую. Угу. О, там салон видно. Сильно, конечно, сильно. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что дальше будет. Суппорта придется новые покупать. Потому что здесь вот один сломанный. Здесь вот два болта оборвал, тоже не откручивались. Вот эти болты, они со стабилизатора поперечной устойчивости, вон их, тоже наломало. В общем, как бы много чего не открутится. Пока так вот.